классные, тонкие. Всем привет, друзья! Вы на канале Танина кухня. Сегодня мы приготовим заварные блины на молоке. Нам понадобится яйца. Взбиваем яйца вместе с сахаром и солью. Сейчас вводим молоко. Заваривать тесто будем стаканом крутого кипятка. Теперь постепенно вводим муку. Добавляем ложку растительного масла и опять перемешиваем. Друзья, тесто для заварных блинчиков готово. Надо дать ему отдохнуть примерно 30 минут. Вот такое тесто должно получиться. Оно довольно жидкое. Сковорода у меня уже нагрелась. Наливаем немного масла. Наливаем тесто на сковородку. Выпекаем тоненькие блинчики. Друзья, посмотрите, вот такие тоненькие блинчики получаются. Каждый блинчик вы можете смазать сливочным маслом, так будет еще вкуснее. Вот такая стопочка вкусных, ароматных, тоненьких блинчиков у меня получилась. Посмотрите, какие они. Классные, тонкие. Можно завернуть туда начинку, можно кушать просто со сметаной, вареньем, соусом, чем угодно. Можно и вообще без всего. Ну что, друзья, спасибо, что были со мной на канале Танина кухня. Всем пока!